Очередная территория, за которую мы взялись рассказать, это Можайск и Можайское водохранилище. То есть само водохранилище достаточно здоровенная структура, само водохранилище большое. В основном все тяготят на побережье вот этого Можайского водохранилища. Вот там есть ряд особенностей. Да? скважины достаточно глубокие по 70 метров там по 80 на известняк артезианские скважины вода не очень хорошая с содержанием железа достаточно в самом Можайске вообще очень большое содержание с железом там плохо дело обстоит оно везде обязательно присутствует чистой воды там не ищите в артезианках местами есть скважины небольшие по 20 по 25 метров скважины на ну, на песок на гравий там вода встречается прям абсолютно питьевого качества идеального качества если удастся взять небольшие скважинки 25 метров фильтрового типа, то вода там наилучшая и стоимость и самой скважины, и насосного оборудования, и дальнейшей эксплуатации обслуживания будет минимальная. То есть вот это идеальный как бы, случай. Если это получается, надо вот это делать. Но не всегда это возможно и при многим как бы, 50 на 50 предстоит сделать не очень хорошее решение. Это артезианские скважины в среднем метров по 70 и плюс еще э, там есть самоизливы. Вдоль водохранилища достаточно ну, встречаются. Не, не такие страшные из известняков, но с ними можно бороться. Здесь осторожничайте. Прежде чем бурить или соглашаться или приглашать кого-то, пробегитесь по вашей ближайшей территории, нет ли ни у кого самоизливы. Потому что к самоизливам надо предварительно готовиться, прежде чем лезть в продуктивный слой и бурить начинать. Вот, обратите внимание, то есть здесь, здесь встречаются достаточно часто самоизливы, И потом, если вы эту проблему не предупредили, не сделали цементацию за трубе и так далее, то а потом будет бороться с ней очень тяжело. Мы в своих фильмах рассказываем, что смотрите, будьте осторожны по этому району. Бойтесь самоизливов. И старайтесь сделать скважинки маленькие, совсем из песков. Там самое лучшее качество у вас будет. Друзья, если вам потребовалось водоснабжение, вы можете не откладывайте в долгий ящик, присылайте на WhatsApp. Первое, местоположение, как вас зовут, опишите в двух словах задачу, и я вам обязательно отвечу и предложу решение. Один из важных моментов – это условия, на которых бурятся скважины, добывается вода. Это, во-первых, постоплата, то есть у нас нет предоплат. Мы не выкручиваем потом руки заказчику, мы делаем сначала работу, потом человек рассчитывается. У нас нету разведок никаких, мы ни копейки не берем, если у нас ничего не получается. Да? То есть, грубо говоря, мы делаем работу, и только тогда, когда она сделана, человек рассчитывается. Если мы ее по каким-то причинам не смогли сделать, то есть нет воды, то мы ничего не берем. Старый известный наш принцип: нет воды, нет денег. Да? То есть, соответственно, человек не рискует ничего. Даже есть такие случаи, когда мы приезжаем, когда кто-то попытался пробурить какая-то фирма, взяла за разведку, уехала. Мы все равно бывает приезжаем на такие вот случаи. Если ну внимательнее присмотреться, там подготовиться, то можно попробовать и даже в таких случаях. И в этих случаях мы за разведку не берем. Так что вам рекомендую не давать предоплат, потому Потому что вам потом руки вывернут, вы будете зависимы от этого, от исполнителя. И второе, не соглашаться в договорах ни на какие разведки. В московском регионе все давным-давно разведано. Не надо ни в коем случае баловать и провоцировать на жульничество буровиков. Не давайте никаких разведок, потому что бывает выгоднее взять разведку, деньги за несделанную работу, чем добиваться результата. Потому что бывает его сложно достичь. За этой разведкой прячется жульничество и некомпетентность чаще всего. Чаще. Бывают несчастные случаи, но фирма должна это пережить просто. Есть какой-то статистический, да, невыполненных работ, за которых не дали ни копейки. Ну, переживем как-нибудь. Не так уж их много на самом-то деле. Условия, какие нам потребуются от заказчика, да. Техника малогабаритная. Другой у нас нет. У нас нет выбора между большой и маленькой. У нас только маленькая. Маленькая гусеничная техника на резиновых гусеницах не повреждает даже траву зеленую. Ширина проезда нужна полтора метра. Площадка для проведения работ 3 на 4. Вот. От заказчика еще потребуется электричество. Да? Если его нет, электричество, вы просто предупреждаете. У нас для этих целей, чтобы не объяснять, ничего не... Есть генераторы. То есть предупреждаете. Электричество нет, ничего страшного. На вас это никак не сказывается, просто нас предупреждаете. Второй очень важный момент. Нам нужен будет источник технической воды. То есть водоем ближайший какой-нибудь, ручей пожарный прудик, соседские скважины очень важно, да, многие. Это как бы в ваших же интересах, смотрите, и в наших. Если вы нам не сможете помочь с этой водой, и мы сами ее не найдем, то нам придется ее либо возить самим, тратить свои силы и время, либо заказывать за деньги бочку водовозку. Соответственно, все эти расходы приплюсуются к вашим расходам, они становятся вашими расходами. Нам дурную работу делать не хочется. Так что ваш в целях экономии, а в нашем случае в целях ускорения, облегчения работ, нужна источник воды. Мы совместно с вами поищем. И э, решение найдется. Вы один из заинтересованных, кто должен нам помочь с поиском технической воды. И по поводу места бурения. Значит, оптимальное место бурения там, где вводится труба в дом водопроводная. Рядом с водом дом полтора метра отступили. Вот оптимальное место бурения. Выбрать можете вообще любое место на участке, абсолютно любое. Но помните, что э, до него придется копать траншею прокладывать трубопровод. Если вы далеко выберете, то отношение на На данный момент она стоит 2000 рублей метр. Копка за копкой, укладка э, трубопроводов. Да? Соответственно, это удоро... бессмысленно потраченные деньги. Да? То есть есть оптимальное место, любое другое будет увеличить стоимость, стоимость всей этой работы. Не давая никаких вам плюсов за это. То есть просто выброшенные деньги. Так что помните об этом. В последнее время э, какие-то проблемы с блокированием Ютуба пошли. Хочу призвать наших постоянных подписчиков и вновь, э, так сказать, обращенных э, зрителей э, подписаться на наш канал Скважина с Владимиром Костенко. Он точно так же называется в других соцсетях: в Дзене, там. во всех остальных у нас есть копии этого канала. Пока все работает, но на всякий случай подпишитесь в других соцсетях, потому что неизвестно, как дальше судьба Ютуба YouTube сложится. Чтобы не потерять нас, сделать это заранее. Одна часть работы – это бурение. Приехала буровая, наша буровая, что очень важно. Все буровые только наши. Все наши люди, все слаженные, сработанные. Есть наша база, теплая теперь, она теперь отапливается. То есть у нас есть место для ремонта, своя техника, своя перевозка, свои вспомогательные машины, свои люди слаженные. Мы теперь э, с партнерами особо не работаем. Только э, мы сейчас выросли немножко и смогли отказаться от работы с, с партнерами. Да? То есть мы сейчас просто либо передаем заказ, говорим, что нам ну, далеко или там не сможем мы сделать. Под нашей крышей работают только наши сотрудники, наша техника. Это важно. Во-вторых, когда мы пробурили, эту работу выполняют буровики. Ничего другого они не делают. Не убирают за собой, не обустраивают, ничего не делают. Вот, не вывозят землю, которая там. Это буровики, они просто бурят. И просто скважина у вас. Вот, они заняты своим делом. Дальше. Следующий этап. Надо скважину эту обустроить. То есть обустроить водоподъемным оборудованием. То есть поставить насос, завести в дом автоматику, трубы, там все это сделать. В Зимним, в летним, без разницы. Какие, какая задача стоит, такую делаем. Это делает тоже абсолютно наша бригада. Никакие другие, никакие смежники. Он с нами не работают. Только наши. То есть приезжают и делают эту работу. Это другие наши же, да? другая бригада. И все. Соответственно, на этом часть работ закончилась. Обустройство. Обустройство бывает ну, ярко выражено. Так, 3-4 типа можно назвать. Самое простое обустройство это э, летнее обустройство. Это просто насос, просто труба, и просто там либо управление, либо вилка просто в розетку в розетку, вода, отчет, вот не Потом способ обустройства это обустройство с адаптером. Это самый лучший на данный момент, самый надежный, самый удобный, самый беспроблемный, самый дешевый способ обустройства в зимнем варианте. Да? То есть, все, что вам потребовалось, все, что пришло в голову, какая задача? Все можно реализовать с адаптером. Сливать и замораживать дом, когда вы на зиму не пользуетесь им. Там, раздавать на несколько потребителей, на баню, там, на, на, на все, на полив. То есть, все, что можно потребуется реализовать, можно с адаптером сейчас реализовать абсолютно все. Все, что в голову придет. Дальше. И такой способ, как обустройство с кессоном, это устаревший способ. Это... Не идеальный способ, это проблемный способ, это неудобный способ, и он еще и дорогой. То есть его почти не надо никогда делать, за исключением каких-то особых случаев, когда, кроме обустройства скважины, он носит еще какую-нибудь. Не буду вам подсказывать, пока что там не напридумывали себе. Вот лучше его не ставить кессон. Кессон это не лучший способ обустройства. Это дорогой неудобный способ, проблемный и так далее. Не надо его делать адаптер намного лучше, удобнее и все лучше. Да? Все, что вам нужно, э, можно реализовать лучшим способом. Кессон – это не тот случай, он не лучший. Да? Соответственно, лучше от него отказаться. Ну, еще один, редко у нас что-то встречается, это павильоны или утепленные ящики, что тоже допускается, достаточно дешевый способ, но просто в эксплуатации он не очень, потому что ну, его надо как-то подогревать. То есть делается из пенопласта короб на земле, там устанавливается автоматика, бак и заводится в дом. Ну, тут немножко придется сам короб немножко утеплять, и греющий кабель, трубопровод по земле пойдет, соответственно, его тоже надо будет. Если близко от дома, то, в принципе, допускается. Если у вас бетонный пол залит где-то и так далее, то это единственный возможный вариант. Да. То есть, тоже такое допускается. Дальше, если вам потребуется канализация, то мы ее не делаем. Мы передаем строительной экосистемы нашему партнеру целиком. Мы сами ничего не делаем с канализацией по разным причинам. И наш же инженер делает водоочистку, если она потребуется. Да? Это тоже наш человек. Так что, в принципе, вся цепочка состоит из связанных с собой единиц. Да? То есть бурение, обустройство, водоочистка, канализация, все. Не разделяя ответственность, да? все идет по целую работу. А это очень важный момент, почему я про все это рассказываю, может быть кому-то неинтересно, но очень важно. Здесь кроется серьезная проблема, огромный риск. Если одну работу будет одна контора, обустраивает другая, Третье, четвертое, между собой они не имеют единого замысла, не имеют связей сложившихся, не имеют возможности решать, кто на рекламацию поедет и кто за это будет платить, и кто, если что-то приходится перебуривать, переделывать, менять, и какие-то нести расходы и совершать какие-то движения. Да? Это очень опасно для заказчика. Когда он все разделит, сразу крайним будет он. Никто из этих отдельных элементов, все будут абсолютно правы. Читайте договор, вот мы с вами бурили, все, до свидания. Это кто вешал, тут пусть там и вешает. Те, кто вешал насос, скажут, слушайте, ребята, вот вы паспорт дали, дали. Я вот согласно этому паспорту все сделал, ко мне какие претензии. Все, что от меня требовалось, я все сделал. У меня все, у меня все нормально. Это, это скважина проблема. И так далее. Потом, когда вся эта, весь этот балаган не женится с водоочисткой, водоочистик, вызываете фирму какую-нибудь известную, и говорит, они вам, ребята, вот смотрите, это проблема, это решайте с ними дальше обратно. Решать будете вы. Пока, как то, как тот, кто разорвал э, смысловые связи, это вот встречайте беду. Это очень опасно. И э, человек не так часто в жизни э, строит что-то, водоснабжением этих объектов, которых занимается, поэтому мало кто имеет опыт. И э, часто эту мысль упускают по, по разным соображениям. Если вам потребовалось водоснабжение и канализация для загородного дома, присылайте ко мне WhatsApp местоположение или точный адрес, как вас зовут, опишите в двух словах задачу, и я вам обязательно отвечу.